Здравствуйте, подписчики канала. Вот один из наших проектов завершенных. Это Zwender Z1 на шинах Автороз Микстрим. Это относительно новая покрышка. Достаточно большая, легкая. Прицеп сделан для котлеты под названием Череп. Его задача ездить по болотам за этой котлетой. Ну, пойдемте покажу. Итак, прицеп без тормозов, потому что в болоте все это будет перемешиваться, постоянно менять, обслуживать, ну, и скоростей нет тех. Так, табличка. Ящик. Вот обратите внимание, здесь отсутствует бак, но мы продлили вот этот рундучок назад. Ну, здесь, соответственно, стенка идет. Увеличили объем переднего ящика. Крылья и отбойники расширены под вот эти колеса. Колесики. Размер 500 на 60, 18 ЛТшка. Ступица 5139,7. Ну, вазовская разболтовка. У вас Нива. Так, ну, ящик верхний с багажником, они стандартные. Вот, и здесь у прицепа задний борт, он глухой, без дверки. Это сделано специально, что если будет он где-то плавать, тонуть, в общем, чтобы кузов был герметичный. По сути, он должен будет поплыть. Ну, вроде бы и все. Так, ну вот сзади тоже это стандартная вещь, это крепление фаркопа, ну, либо буксировочные проушины. Вот, посмотрите снизу. Видите, да, V-образная ось. Прицеп имеет усиленные ступицы с дополнительным сальником. То есть, помимо того, что уплотнение есть на самом подшипнике, еще есть грязеотводящая манжета. В общем, вот такой вот зверь. Мощный. Все. Всем спасибо за внимание. Так что вот такая вот штучка у нас в коллекции есть. Все, счастливо, пока.